Школьные годы чудесные. Время первой любви. Итак, вам нравится в обычной школе? Нет. И революции. Я Лев Бронштейн. Реинкарнация Льва Троцкого. Долой строгий режим. Но меня это не остановит. Всю власть ученикам. У нас есть власть, но мы не используем ее. Даешь школьный союз и свободу слова. У нас должно быть право голоса. Но судьба у революционеров... Тебе нужно повзрослеть. Всегда одна. Самым очевидным исходом для вас будет тюрьма. Социалистическая утопия. Это могут сделать лишь те, кого люди считают чокнутыми. Троцкий. 3 апреля в 20:30. Премьера на Иллюзионе+.